Здрасте, это снова я кое-как нашел свое свободное время. Сегодня у нас суббота, 12.13, но сейчас играю в такое время. Как раз запустил Hero Labor, 100 лет не играл, вот я с вами. Да, началась на начало новая игра, да, новую игру. Так, сегодня у нас будет первый акт, я думаю, надо будет быстренько это пройти. Ой, капслок я нашел нечаянно. Так, о, мячик. Так, смотрите, мы имеем мячик. Я помню, я в первом акте, я смог обогнать мяч, и это не фейк. Я хочу это сегодня снова повторить. Так, опять мяч. Побежим, то есть. Давай, оп, смотри, вот сейчас. А, не, у меня не получится сейчас его обогнать. Я вроде бы, да, я вот так вот очень быстро прыгал. Мяч, стой. Блин. Я его не смог поймать, потому что в этом месте как раз начинается какая-то сцена. Оба, да. Дядя Витя дерется с кем-то. Так. Меня это интересует, а мы идем к нему, получается, да? Дядя Витя, привет! Узнаешь меня? А, он там дерется, кстати. Да, он дерется. Там. Я могу не устраивать себе дома. Так, смотрите, мы идем к нему в дом. Не, мы идем к нему в окно. Придурок, с чем ты тут идешь, Тиносет? Домой к себе. Ой, я подвал увидел. Так, хорошо, он скрыл своего обидчика. Подвал, не знаю. Все, у него прям башка разболелась. Так, смотри. Дядя, не узнал меня, что ли? Так. Так, смотри, я закрыл дверь. Да. И отнес ключ в детскую. Да, он ключ отнес в детскую-то. Смотри, это вообще Виктор вообще тебя такого не ожидал, скажу честно. Так, я встал. Ну отлично, у нас есть дома такой вот. Привет. О, хей, я не родаки, Бардоша. Ты не родак, я тебя понимаю. Так, ладно, смотри. Я хочу сделать кое-какой баг один. Смотри, можно я... Так, возьму вот это. Блин. Блин, погоди. А, у меня все. Хорошо, у меня все идет. Просто меня подмакивает, и я подумал, что оно отрубается у меня. Так. Бабах! Твою мать. Вот там дети эти стоят, кстати. Так, смотри. Смотри. Бах! Ой! Погоди, куда я полетел? О! Тут забор был! Тут еще и забор есть, слушай. Вообще пасхалку нашел. Так вот, смотри, давай. Бим-пи-бим-пим! Смотри, вот так. Расхерач вот. Вот так вот. Воспользуюсь этим. Фу, блин. А! Что-то стал стоять, что-то оглядываться. Но все пиксели я еле-еле разглядел. Ой. Немножко не так, как я хотел. Смотри, бабах! А, нет, это просто спидран, как попасть. Хотя девять на его территорию. Так вот под окно поставил. Сейчас. Бабах! А, нет. Сейчас мы вот так вот. Там. Оп. Бабах! Да в смысле? Мне надо прекращать уже, я расскажу вам честно, потому что я думаю, это букает весь мой дом. Все еще фундамент моего дома. Дома. Бабах! Ой. Бабах! Бух! Слушай, мусорка. Не, погоди, а можно с помощью телевизора? Слушай, может с телевизором. Так вот, ухерачиться. Я извиняюсь за некоторые лаги, которые могут быть, и сами знаю, как это. Потому что это из-за ОБС, честно. Ба! А, нет, блин. Как его? Бу! Бля! Как тебе? Бу! Слушай, погоди, может вот так? В общем, бух! Нет.
Нет, твою мать, мне надо на крышу, а не на территорию. Хотя как выйму территорию, не знаю, что сейчас сморозил. Бух! Твою мать. Бух! Да! Есть! Есть! Получилось! О, телевизор работает. Так, смотри, картина. Так, картина вот так вот. О, сейчас погоди. Бабах. Так, вот так. Отлично, у нас как бы уже есть что-то такое. Так, смотри. Ключ есть. О! Там что-то про Радака это. Радак что-то говорит Ильич. Погоди, тут открыто как бы бур. Смотри, можно вот так вот? Твою мать. Yes! Да беги! Беги из дома, Виктор! Баба! Ключ улетел. Смотри. То есть теперь у нас только... А, Виктор, ты тут? Ладно, давайте попробуем реально, кстати, без смерти так вот пройти. Так. Раз, два, три. Тут три коробки хватит, чтобы... Да. Ах ты, ну вот на заднем дворе коробки есть. Витя! Ты что? Виктор, ты охренел? Чё ты меня пугаешь? Как его? Я с собой. Виктор. Витенька. Всё, Виктор меня потерял. Короче... Это вот, ну, твою мать. Ты ж... Нет, смотри, надо мне бабах вот этот. Есть, мистер Крабс. Ее, мистер Крабс. Так, смотри, где теперь Виктор? Витя! Ой, извини! Я не буду к тебе в разговор ходить. Кто к такому психопату, как ты? Побежал, побежал. Давай, открой. Так, побежал. Побежал, отлично, отлично. Смотри, у нас есть ключ. Вот это самое скоростное прохождение. Если... Это, по-моему, это самое успешное прохождение Хэллоуэй Барактатин. Чисто как для меня. Как по мне. Спустя несколько месяцев. Я несколько месяцев в моторе не играл. Хоу Нейбор? Или не играл, но это были альфы. Медведь! Что ты сейчас стоит, медведь? Кепка. Бля. Дай еще вернусь. Ой. Ура, бля. А! Бля. Так. Открой! Поехали! Не, пошли! Так, смотри, это было успешно, это было успешно. Сейчас еще будет гораздо успешнее то, если я пройду подвал без смертей. Так. Ты не родаки. Это уже все знают. Заткнись! Сыковочная. Что? Бум! Я не... Ой, извините. Так, смотри, блин. Здорово.
погоди! Сейчас я хочу забабахать. Баба! Да, вот, вот, пихти. А, да! Это было самое скоростное прохождение Hollow Neighbor за всю мою жизнь. Самое лучшее прохождение Hollow Neighbor Act 1. Чисто вот как по мне. Смотри. Давай, пошел, пошел. Виктор вообще пидор. А! Виктор вообще пидор. Давай, пошли. Давай, иди сюда. Давай. Нет, смотри, Виктор. Все, побах. Вот. Теперь только акт 2 остался, но я уж хочу его в следующий раз пройти. Вот. Ну, акт 2, я думаю, не ставит так прям понервничать. Блин. Акт 2 уже не будет для меня таким сложным. Не знаю, я даже могу попробовать его прямо сейчас пройти. Сейчас. Я хочу воспользоваться тем шампаком. Так, смотри. Так, тебе. Мальчик, открой дверь, пожалуйста. Спасибо. Бабах. Это было самое успешное. Нет, и есть. А, туда. Это самое успешное прохождение Hollow Neighbor в моей жизни. Ладно, пропустим это. Баба! Да! Есть! Есть! Первые попытки, я кто прошел? Ни хрена себе! Виктор отсюда все ломается. Я доволен. Ни хрена себе. Я прошел это. Я прошел акт 2 с первой попытки за несколько секунд. Серьезно. Господи. Что это было сейчас? Акт 3. Акт 3. Это было... Я не могу. Так, кстати, смотри. Это правда, что там дядя Витя сидит, со мной наблюдает? И снова ему клип нужен. Не знаю, мне надо будет это проверить в следующий раз. Да. Смотри, ну и в следующий раз к нам придет повестка в военкомат. Тут нам типа надо уже уходить в армию. Так, смотри, это у нас такой вот Как его? Да, у Скуфа. Телек не работает. Все, я думаю, это было самое успешное прохождение, я думаю. Во всем. О, здравствуй. Ладно, давайте с письмом мы потом разберемся. Да, с письмом мы потом уже разберемся. Лучок у нас есть. Давайте мы с вами будем прощаться. Я думаю, это было самое успешное прохождение Hollow Neighbor в моей жизни. Действительно. Вот. Короче. До свидания, всем хорошего, не смотрите на сварку, будьте хорошими мальчиками и девочками, до свидания.